Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». В середине июня Самару заполнят монстры мышечной массы, как среди мужчин, так и среди женщин. На чемпионат мира по версии Национальной ассоциации бодибилдинга приедут более сотни атлетов высшего уровня. Чемпионы и призеры национальных турниров. Сборную России представляют 40 атлетов, самарцев семеро. Елена Сергеева, Дарья Ружникова, Мария Пинченко, Елена Шайкина, Петр Артамонов, Павел Федоров и Евгений Филатов. Успехов, провести все на достойном уровне, получить аккредитацию в этом году и уже в официальном статусе проводить дальше соревнования. Борьба за право провести чемпионат мира по бодибилдингу шла между Италией и Россией. Голосовало 50 стран. Самару выбрали 35 представителей национальных организаций. Мы впервые в России проводим чемпионат мира по бодибилдингу легендарной международной федерации НАБА. Приедут лучшие атлеты со всего мира и всем поклонникам физической культуры, спорта, фитнеса и бодибилдинга будет безусловно посмотреть на безупречную форму атлетов. Безупречную форму спортсмены набирают тяжелейшими тренировками со штангой, гантелями и на тренажерах. Специальную массонаборную диету сменяет трехмесячное по сжиганию жира. В помощь, конечно, допинг. Ни один национальный победитель, который сражается за звание чемпиона мира, не обходится без запрещенных антидопинговой ассоциацией препаратов. Тестирование победителей на допинг в Самаре проводиться не будет. Скажем так, это независимая организация, да, то есть как бы английская, которая под свои знамена призывает, ну, любые как бы страны-участницы. Я не думаю, что у них есть какие-то договоренности в этом смысле. Кроме любителей за звание чемпиона мира будут напрягаться и профессионалы, как среди мужчин, так и среди женщин. По правилам турнира в этот же вечер любой новоиспеченный чемпион-любитель сможет попробовать свои силы и среди профессионалов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!